Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Лыжная гонка памяти стартует 30 декабря. Никита Скатов – лучший голкипер декабря в высшей хоккейной лиге. Голкипер ЦСКА ВВС Никита Скатов стал лучшим вратарем декабря первенства ВХЛ. Так решила комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата страны. Игру оценивали по результатам статистики: гол плюс пас, количество отраженных бросков и пропущенных шайб. В декабре Никита Скатов сыграл в 5 матчах, пропуская в среднем за встречу 1,12 спортивных снаряда. На лыжной базе «Чайка» 30 декабря прокатится гонка памяти. Мемориал посвящен спортсменам и тренерам Самарской области. На классический масс-старт приглашаются все желающие. История соревнования начинается с 1971 года. Тогда на Горелом хуторе по-спортивному вспомнили Анатолия Александрийского, тренера, мастера спорта СССР и чемпиона Европы. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.